Что это такое? Всем привет, с вами Денис на канале DevGame, и мы продолжаем играть в страшный мифический хоррор Darkwood. Ну что, друзья, погнали. Итак, третий день, мы просыпаемся. Как помните, меня во вторую ночь замочили. Тут стоит какой-то чувак, подойдем к нему. Что это за чувак? Передо мной стоит мужчина моего роста. Сквозь матовое стекло шлема я едва различаю удивительно знакомые черты его лица. Кажется, будто накрытый старым мешком, массивный шлем сросся с его неестественно бледным телом. Я помню его. Это он спас меня в доме доктора. Мужчина протягивает мне черную руку, она, видимо, вся в угле. Он показывает мне надпись на дырявой шерстяной рукавице. «Мы должны держаться вместе, брат». Он двигает губами, но все звуки заглушает шлем. Мужчина пожимает плечами, а потом стаскивает огромный мешок с плеч и открывает его, показывая мне содержимое. Барыга, второй, следующий точнее, последующий. Так, мне надо вот эту одну штуку, чтобы скрафтить отмычку. Естественно, мне надо гриб, чтобы улучшить что-то там. Так, 80, а у меня 0, да? 0, а что же я ему могу продать? Капкан... Давайте продадим. Бинт. Таблетки. Подтвердить. Он кивает. Конечно, блин. Чтоб ты не кивал, столько, блин, ценностей попродавал тебе. Давайте гриб. Сразу. Ага, все. Так, подойдем к нашему станку. Верстаку, точнее. Станку-верстак. Мы здесь, что у нас есть? Ага, чтобы скрафтить отмычку. Вот это мы уберем, пока доски нам не нужны, мы их поубираем. Здесь мы, что тут у нас? Починить мы можем, починим и одну, и вторую палку. Так, все, теперь, так, с починения все, по сути, нам скрафтить надо, я думаю, что... Отмычку. Пускай будет у нас отмычка. Это вот мы возьмем сюда. Выйдем и вот так сделаем. Так. Ладно. Следующий день. Посмотрим, что у нас есть, что мы можем. Выходим. Жизни пока у нас 7. Посмотрим по карте. Я хочу сходить сейчас вот в эту рощу. Посмотреть, что в ней. А потом вниз, там сгоревшие дома, где много было собак. Мы вроде вооружились неплохо. Что тут у нас? Тут у нас много всего. Тут тупик, я вообще застрял. Ой, ты дышишь, какая же стамина у тебя. Вроде длинная такая, так медленно она восстанавливается и быстро портится, тратится. Так, что это? Вот, тут сюда, про это я вам и говорил. Я хочу сюда зайти. Поискать, что тут интересно. По-любому не просто ж так. Ой, блин, что за... Что это такое было? Так, сюда, не спешим. О, какие-то тут звуки страшные. Итак, вот, ничего пока не слышу. А, вижу что-то я краем глаза. Да, что это у нас? Гриб ядовитый нам нужен, но его надо побыстрее использовать. Что у нас еще? Что-то я стон кого-то слышу. Так, тут ничего. Тут прям вот такие кусты, что ты между ними пройти не можешь. Ой, чувак. Где-то я еще, по-моему, грибы слышал. Так, открываем, взламываем ящик. Взламывает он его как-то странно, без отмычек, без ничего. Что у нас тут есть? Ага, у нас тут 3 куска хлеба, 6 металлоломов и лампа. Блин, хорошее место. Так, я еще где-то видел, точнее не видел. Ох ты, блин. Кто это, блин, да кто это такое? Да где ты есть? Да что это такое? Что это было? Кто это был? Это даже... Ух,
Сухой лог, ага, мы проснулись. Я сейчас пойду с тобой разбираться. Там вообще манеров никаких нету. А ну погнали, нифига себе. Так, это что, он тут живой? О, ля, блин, прикольно. Давайте их возьмем. Что это за фигня на меня напала? И не собака не гавкала, какой-то кабан, что ли. Сейчас мы вырываем аккуратно грибы. Вот он, рядышком здесь. Что тут у нас? Трактор, бензин. Да, нам все надо. Так, заходим. А, блин, походу только сверху, да, заход? Угу. Вот отсюда только, ну да ладно. Так. Давай, блин, я тебя уничтожу сейчас. Что ты за животное такое, я так и не понял, если честно. Вот, я слышу тут грибочки. Ага, вон я вижу. Вижу себя. Забираем все. Похоже на собаку. Вон, я ее вижу. Давай, чувак. Отпрыгивать умеешь. Вперед. Или не собака это? Убил. Только она как-то так... А. Так, мясо. А что? Что это такое написано было? Труп крупного пса. Ага, труп крупного пса здесь. Так, ладно. Офигеть, у меня реально жизнь. Я такой дохляк, такой хлюпик. Меня убить как нифиг делать. Так. Ладно, не буду долго тут... О, вот они. Вот я их и искал как раз. Ага. Так, взяли. Мы взяли много интересного, в принципе. Много крафта. Скрафтенного. Поэтому мы идем сейчас. Блин, чё ты так лагаешь? Никогда ж такого не было. Ой, какая погода хорошая. Да, дышишь ты, как всегда. Так, мы тут были. В палаточном городке. Я возвращаюсь, я принимаю грибы, выкидываю все лишнее и хочу в сожженный дом сходить. Посмотреть, что там интересного. Сгоревший или сожженный, или какой-то там. Ой, эти грибы нельзя. Нет. Жаль. Очень-очень жаль. А так бы хорошо было бы. Так, что у нас? Сколько? Мясо могу. Отлично. И 3 гриба. Вообще замечательно. Ничего себе, долго так, первый раз, блин, я думал, они побыстрее будут. Скрафтить второй раз какой-нибудь ништяк очень долго. В плане грибов надо очень много. Так, здесь у меня есть, пока мы его уберем. Что тут это тоже? Хотя пусть будет, отмычка пусть будет, хлебушек мне не нужен. Камни пусть будут, ну вроде все. Пойдемте вниз, там вот мне интересно, сгоревшие дома были, любопытно на них посмотреть, что там у них. Там собак много было. Так, мне, наверное, надо выпить. Где мои бинты? Все-таки мне надо. А, колодец у нас был, кстати, колодец же у нас был. Тут же вроде как можно раз в день попить воды, вот. Отлично, все. Мне бы здоровье как-нибудь увеличить шприцом вот этим. Я думаю, что в следующий раз, если будет такой вариант, надо увеличивать здоровье. На самом деле, вы видите, игра очень огромная, огромнейшая в плане длительности. Поэтому я не знаю, как долго я буду в нее играть. Может быть, я сокращенно вам попоказываю самое интересное. Может быть, попозже. Может быть... Заброшу ее вообще, потому что я понимаю, она крутая, клевая, но проходить ее тут надо не один и не два дня. И выпусков будет, наверное, штук 100, если все проходить. Так, я слышу. Я слышу. Шкаф, ничего нету. Вижу. На. Да что такое? Что-то мне вообще не фартит с этими
С собаками. Там свинья какая-то, скелет, что ли, свиньи был. Так, красная качель. Вот, тут их две. Увидели? Давай, давай, беги. Давай, 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 ждем, ждем, выжидаем. Выжидаем. Ай, блин, вдвоем нечестно, да нечестно так. Так, погоди, 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 погоди. Давай. Давай, сюда иди, собака, блин, я протупил. Так, так, так. Все, фух, жесть. Я думал, если честно, я сейчас помру. Как-то я очень-очень плохо. А мертвый пес, возьмем его мясо. С собаками плохо справляюсь. Две побежала, не ожидал. Так, мертвый пес, мясо. Возьмем у него мясо. Здесь что у нас? Здесь свинья какая-то. Дохла, ничего не происходит. Здесь трактор. Обыскать, резина и... Я слышу еще одну собаку. Так, мы зашли в какой-то дом. Вот она. Ждем. На! На! Два удара. Ну я вот тогда, я же говорю. Я слышу грибы опять. И что тут у нас? Дверь. Ага, можно. Стопы. Подождите, что это такое? Одежда, что мы взяли? Записка сгоревшего дома. Что тут? Я знаю, что они там. Я слышу их смех. Они за стеной, за деревьев. За стеной деревьев. У меня одной не получится через нее пробраться. Деревья вырастут слишком быстро. Жуткая записка. И два гриба, они нам нужны. Так, закрыть дверь. Я тут вижу шкаф. А, тут таблеток понабрали. Так, что спокойно. Спокойно. Ой, блин. Так, диван перенести. Давайте перенесем. В сторону его. А, вон за диваном какая-то. Какая-то фигня, все отпускай. Что это такое у нас? Тайник. Белое детское платьишко. Фу, какой кошмар. Нафиг ты его берешь? Псих ненормальный, блин. Какую-то еще тряпку взяли. Так, тут грибы, по-моему, да? Ага. Набрали снова кучу грибов. Это очень хорошо. Это меня прям радует. Да открывайся. Так, все, тут вроде тихо прям. Так, это ж мы были на сгоревшем доме. Так, пойдемте вниз прогуляемся. Или у нас очень много всего, как всегда. У нас не то, что очень много, у нас все вообще забито. Супер. То есть ничего другого я взять не могу. Каждый раз надо бегать обратно. Так, что это у нас? О, блин, что это такое? Это вот этот олень же меня он ночью, по-моему, и зафигачил. Так, у меня один удар палкой остался. А у меня другая, по-моему, палка есть. А ну посмотреть есть. Была же две, да, 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 давайте поменяем. Давайте я попробую. Собаки, еще тут собаки, на тебе! Да куда ты побежал, блин? Так, что тут у нас? О, труп. Какой-то тихо затихший труп. Блин, как много всего, я ничего не могу взять, ну ты что? Так, а тут какие-то... О! Камень, нет места, пойдем, сейчас, погоди. Я где-то был, где-то тут прям рядом этот чувак сидит. Волк. Вот он. Сейчас мы ему все продадим. Оборотень, привет. Чего мясо? Да торговать, торговать, чувак, торговать, что тебе надо? Мясо получай и еще получи мясо. Я видишь, какой хороший. Таблетки. Получи обе таблетки. Отмычку фиг тебе. Сигнальный факел. Получай, все. Там много всего у меня хорошего. Так, я куплю оружие и патроны, сойдет. Что? Не понял.
Ну ладно. Уйди. Так, так, освободили. Мы все равно тут собираем все и многое не донесем, поэтому нам и этого хорошо. Так, подождите, а что там было? Там труп был с кучей всяких ништяков. Ай, вон они, блин, ходят. Я вас боюсь. Так, берем все. Все нам надо. Так, это... Ух ты. Да, вот он, камень. Белый камень. Какое-то мистическо проклятое место. Ой, жуть какая. Ладно, так, что тут с собаком? Давай, иди сюда. Сюда иди. Подходи, давай. Да ты посмотри, блин. На еще. Получи, пес. Так, места нет. Ну и фиг с тобой. Опять у меня места нет. Я всего понагреб. Так, ладно, идем вниз, смотрим, что у нас внизу. Тут тишина, ничего нет. Как-то... О, опять эти, блин. Опять эти... Так, свадьба. О, что за свадьба? Так, опять я слышу собак. А, вот я вижу разбросаны какие-то... Цветы, что ли, лепестки. Типа свадьба здесь, видимо, была. Это что, комбайн, да? В деревне была свадьба. Посмотрим. Кровь я пока вижу от свадьбы, блин. Это не очень. Не у... Это что такое? Куст? Угу. Собачка, на цепи, песик. На тебе! Ну тебе, блин. Ого, цепь даже порвал. Так, ну у пса даже если что-то есть у меня. Так, ну ладно, пойдемте дальше вовнутрь. Свадьба здесь. Так, я могу... Ух ты, блин, жуть. Я там хожу и ничего не вижу. Что-то блестит. Стол. Стол. Так, я походу вижу, что мне надо... Это что, сломанный колодец обыскать. Фу, а что мы можем использовать? Что мы можем такого, блин, выбросить? Что это такое? Шина. Зачем мне шина? Непонятно. Так, что? Тут надо фонарь, я думаю, взять. Угу. Стол. Слишком далеко. А, мы его могу перенести просто. И зачем? Там может что-то есть, какой-то тайный. Тайный проход, может быть, есть какой-то. Тайный, страшный проход. Да нифига тут нет. А вот. Ой-ой-ой, тут реально была свадьба. Короче. Много всего было, но... А, вот она, дверь. Ага, по замком, который я не знаю. Так, 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 проходим сюда, сюда, сюда. Короче, тут была свадьба, стол. Стол, стол, вот убегай, стол. Угу. Так, тут... А, вон генератор, то есть я тут могу, типа, жилище, походу, сделать еще одно. Вот тут что у нас? Тут у нас ничего интересного, совсем ничего интересного. Так, ладно. Что-то тут ничего нету. Так, надо мне... Уже вечереет, блин, 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 блин. Надо мне аккуратненько держаться ближе к дому. Так, тут еще надо найти выход, выход я не могу найти. Так, по вот этим... Так, мне надо палку пока. Собаки. Тихо, тихо, вижу. Вот, 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 вот. Тут, 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 тут. Тут подождим. Так, вечереет. Ладно. Ой, блин, что это за дикий мамонт? Блин, олень, точнее. Лось. Не боюсь. Я его боюсь. Ай, он рычит. Ящик. Заперто. Можно открыть отмычкой. Естественно. Так.
Супер! Это мега супер! Только я открыл ящик, это, конечно, круто, но у меня ничего нету. И вечереет совсем, нужно вернуться. По-любому, где мы есть? Так, мы были... Ага, мы здесь, значит, нам надо горизонтально бежать отсюда. Так, здесь, а, эти сгоревшие дома. Бежим отсюда нафиг. Бежим отсюда нафиг. Я надеюсь, я правильно бегу. Королик. Не бежать же долго не могу. Так, куда? Дерево повалено. Поваленное дерево. Есть метка? Фиг там, я не знаю, где я нахожусь. По идее, сюда надо куда-то было. По идее, надо было куда-то сюда. Блин, я куда-то прибежал, не туда. Это пипец, это просто пипец. Куда я прибежал? Да ты не дышишь, ты вообще, блин, такое говно, а не чувак. Так, здесь, где она? Ага, вверху, мы вверху, 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 вверху. Беги, давай, блин, ночь на дворе, вот она уже наступает, походу. Так, вот, я рядом. Давай, 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 быстрее, да что ж ты такой? Фух. Так, залазим в окно. Так, 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 так. Закрыть надо же все двери. У меня же все настежь. Закрыть. Закрыть. Берем доски, меняем их. С верстаком. Так, 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 капкан. Делаем такой. Делаем такой. Это все сюда. И сюда. Так. Все мы сделали. Я бегу опять к себе в комнату. Так, можно поменять на палку. Угу. Так, так, так. Тут мы закроем. И тут рядом с капканом я поставлю еще один капкан. Потому что тот нифига мне не помог. Как вы помните. Чистая подстава была. Так, вот сюда. Готово. Так, тут у нас... Ай, блин! Ну что такое? Ну как я... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чувак. Это только я так мог. А, вырывайся уже. Да-д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 а. Так, что... Это валом. Разобрать. Нет, ты чё разбирать? Тут еще капкан. Все. Отлично. Стоим и ждем. Палку. Ночь настала, да, я так понимаю? Или она такая еще вяленькая? Еще нет самого ах. Ажиотажа, да? Я могу. Подожди. Забаррикадировать. Я слышу, кого-то слышу, бежим отсюда нафиг. Не-не-не-не-не, вот она уже ночь, я так понял, это уже прям ночь. Закрывайся, нафиг, закрывайся! Это жесть. Это была жесть просто. Мне тут перебинтоваться надо. Дверь сама по себе открылась. Я же ее закрыл. Я же ее, блин, закрывал. Просто пипец. Как так можно? Фу. Сам в капкан влетел. Это... Только я так могу. Так, ждем. Слишком опасно готовить ночью, согласен. Угу. Ждем.
Ждем, ждем, ждем. Блин. Мне любопытно. Так же скучно стоять, просто ждать, ждать, ждать. Интересно ж побродить. Что это такое? Офигеть, круто. Что тут осталось? Поднять, что-то подняли. Так, духи, духи летают. Не-не-не-не-не. Офигеть, нафиг! Почему? Что? Почему привидение? Да почему вы, блин, я здесь, все, идите нафиг. Не подходите. Где то-то лампа потухла? Кто-то ее сломал, видимо. Вот, все, попустило. Да, попустило. Кто-то с мою лампу выключил на время или что было? Музыка, видимо, ребята, видимо, скоро будет утро, потому что музяка улучшается. Жуткая фигня, призраки, да ну вас нафиг. Я готов. Идите отсюда. О, красная какая. Что-то там еще лежит. И день четвертый. Дождь за окном, дождь, класс вообще, офигенно. Что у нас есть? Так, у нас есть какой-то капкан, который я не поставил. Куча металлолома, из которого можно будет что-нибудь крутое сделать. Шина, я не знаю, для чего она. Так, а, нет, я хотел починить. Починить я могу. И могу. Отлично, я починил все. Так. Больше, блин, я не понимаю, как просто шаг назад сделать. Грибы у меня есть, по-моему, они пропали, что ли, или что с ними? О, чувачок, откуда ты взялся? Тебя же не было здесь. Грибы, грибочки, камень. И три вида гриба. Блин, капельку не хватило. А, камень, оказывается, туда посолил, покрышил, порезал и засунул. Я понял. Я вас понял. Так. В принципе, что мы тут делаем? Доски также убираем, они нам не нужны. Батарейка, не знаю, это пригодится. А, вот он, блестящий камень у меня. Ткань пока мне не нужна. Так, это металлолом. Где тут у нас? Сюда его. Сюда мы возьмем. Так, у нас нету бинтов, по-моему. Скрафтим бинт сюда и факела. Так, факел, факел. Да пофиг, любой. Его сюда возьмем. Стандартный набор. А, у нас был факел. Ах ты. Так, ну ладно. Ну ладно, пока его уберем сюда и сюда. Все. Так, все, пойдемте еще раз сюда зайдем. А, подождите, сейчас я прям уже все подготовлю для следующего вылазки. Так, дождь. Выключаем генератор, чтобы он не работал и нам не мешал, точнее не портил. Надо его заправить будет еще. Так, печь. Просто я захожу, чтобы сохраниться. Все, сохранился. И на этом все, ребята. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новых следующих выпусков. Если вам нравится игра, вы хотите продолжение ее, то пишите в комментарии, ставьте лайки, потому что она очень длинная. Я думаю, что она будет скучновата нам в плане развития сюжета. Оно будет более монотонно и более рассчитано на крафт, на поиск и так далее. Всего вам самого наилучшего. До встречи. Пока, друзья.